після спорту необхідно добре підкріпитися. Саме для цього до нас сьогодні завітала наша майстриня, кондитер-початківець Катерина Осіпцова. Сьогодні з Катюшею ми дізнаємося про новий вид пряників. Він такий з карамелькою, дуже смачний, корицею пахне. І хочу сказати, дорогі друзі, що такий вид я бачу вперше. Привіт, Катюша! Привіт! Розкажи нам, будь ласка, про ці прянички твої, тому що досить екстравагантні. Да, изобрела я их тоже очень быстро, на скорую руку, так как немножко уже дизайн с глазурью приелся, я решила покрасить красителями именно тесто, и после этого сырое тесто покрашенное выпекать в духовке. Цвет получился пастельный, очень приятный. То есть это у нас не глазурь, это само тесто, сам прянчик, да, такого цвета? Я смотрю, что они у тебя с карамелькой даже, с посыпочкой, с маком. Как вообще ты придумала этот дизайн? Почему именно вот так соединила карамель с пряниками? Я решила, что пряники уже скучная тема, уже все их видели, а такой дизайн новый, как бы вносить новые веяния в это дело. Насколько сложнее изготовлять такие пряники? Ну, просто немного другой процесс изготовления, а так все очень просто. Для начала нужно вырезать стандартную форму, то есть вот яйцо в этом случае, положить саму большую форму без вырезанной серединки на противень, вырезать потом маленькую дырочку и вставить деревянную палочку. А после выпечки, после того, как пряники полностью остынут, заливать готовую уже глазурь, вернее, в этом случае карамель. Мне еще интересно, я смотрю, что они у тебя рифленые, с красивым кружевом. Это ты специально сама вырезала или есть какие-то формы? Это специальный коврик силиконовый для айсинга, но я использовала его, чтобы текстурировать печенье. Катюш, еще вопрос. Я знаю, что ты у нас за здоровое питание, у тебя есть уже своя целая система, и готовишь ты тоже по этой системе без консервантов, без лишних. Тихо, расскажи, пожалуйста. В этот раз я использовала муку цельнозерновую для того, чтобы все полезные микроэлементы, которые содержатся в пшенице, сохранились и принесли пользу, а не пустые калории, как это называют. И также тут не содержатся трансжиры. А каким образом ты удалила трансжиры из пряничков? Трансжиры используются в масле обычным магазином. Я использую домашнее масло, коровье, 100% цельное. Еще у меня есть вопрос. Смотрю, карамель у тебя тоже прозрачная, красивая. Как ты добилась такого эффекта? И я знаю, что она у тебя тоже полезная. Да, в этот раз я использовала как бы экспериментальную технику, которую я нашла в интернете спонтанно. Вместо воды и сахара в пропорции 1:1 я использовала кукурузный сироп в пропорции 2:6, 2 части кукурузного сиропа и 6 пропорций коричневого сахара. Но вы видите, с помощью специального приспособления я удалила пенку коричневого сахара, и получился абсолютно прозрачный леденец. Так, как ты и добивалась. Да, чего я и хотела добиться. И сверху я посыпала цветной посыпкой обычной, которую продают на Пасху или просто для украшения кондитерских изделий. Также у меня есть печенье, которое я украсила маком. Так как не у всех можно найти дома посыпку, мак отличная этому альтернатива. Также у нас есть кокосовая стружка. Да, кокосовая стружка и корицы, некоторые из них я посыпала. В этом случае кокосовая стружка немного напоминает перышки курочки. Я хочу сказать, что вот такие перышки курочки, даже вот такую с красивой маковой посыпочкой или посыпочкой для пасок вы можете выиграть сейчас в нашем эфире, позвонив за телефонами, которые вы увидите на своих телеэкранах, и получите такой вот замечательный пряничек. У нас уже есть звоночек. Добрый день, витаем вас. Алло, добрый день. Мне так понравилось сидеть, а вот так девушка вкусно расписала, как раз на кухне стою, ужин готовлю, обед тут. И так посмотрела, такое вкусное. А что же вы готовите, если не секрет? А? Что готовите, если не секрет? Ну, не секрет, точно, подшировный перец. Ну, это тоже вкусно. Я думаю, что после нашей сегодняшней программы вы будете пекти печенье, попробовав вот такое замечательное от нашей Катюши Осипцовой. Катюш, отдаем печенька? Конечно, выбирайте, какое вам нравится. Алло, выбирайте. Зелененькая с елочкой. Вот это, да? Угу. Хорошо, значит, это печенька уже ваша. Оставайтесь на линии, оставьте свои координаты, чтобы мы могли с вами связаться и передать вам эту замечательную сладость.
Катюш, хочу продолжить наш разговор. Вот мы знаем, что ты еще школьница, mm-hmm. готовишься сейчас к 1 сентября. Как вообще подготовка? Подготовка своим чередом идет уже более ускоренно, так как конец августа. Могу сказать, что такие пряники могут выступить отличным подарком учительнице на 1 сентября, либо сверстникам, одноклассникам или друзьям. Просто запаковав в пленку пряник, можно таким образом сделать отличный подарок. А я хочу сказать, что даже самому себе можно приготовить такие прянички и взять с собой, да, в качестве обеда. А что вот обычно ты берешь с собой на обед? Ведь ты за здоровое питание. Обычно это какие-то овощные салаты, либо творог с ягодами и фруктами, и медом. Угу. Сахар не едим. Ну что ж, спасибо тебе большое, Катя, что рассказала сегодня нам о том, как сделать здоровые прянички, которые не будут вредить ни фигуре, ни вашему здоровью. И только принесут пользу содержащимся там микроэлементам. Вот так, дорогие телезрители. Спасибо тебе, Катюш. А я предлагаю тебе и нашим телезрителям узнать, куда же они могут на эти выходные сходить отдохнуть. У нас постоянная рубрика «Афиша», в которой с вот таким вот замечательным пряником можно посидеть и куда-нибудь сходить.